Привет! Ты на канале «Законопослушный гражданин». Меня зовут Илья Кузнецов, и в этом видео ты узнаешь, как легально на официальных сайтах Китая, не зная языка, прямо сегодня, прямо сейчас зарабатывать более 100 тысяч рублей на юанях, и у тебя это получится. Итак, дорогой друг, усаживайся поудобнее, делай звук погромче и смотри внимательно за моими действиями в этом видео, а потом просто повтори их и заработай свои первые деньги. Ну а я начинаю. Перед тобой официальный сайт Китая, биржа, на которой тебе нужно будет открыть свой цифровой счет в юань. Ссылку на данный сайт я оставил под видео. Ну а если ты еще не знаешь, что юань – это официальная валюта Китая. Я уже зарабатываю данным методом, и счет в юань у меня открыт. Поэтому я ввожу свой логин и свой пароль. А тебе нужно будет придумать свой логин и свой пароль. Ввести его на данном сайте, нажав на соответствующую кнопку, и ты получишь доступ к своему счету в юань. У меня лимит на обналичивание по счету 15 тысяч юань или 150 тысяч рублей. У тебя лимит изначально будет меньше, так как ты тут впервые и еще не зарабатывал. Но ты всегда сможешь его повысить, как только заработаешь сумму больше, чем доступна по лимиту, а заработаешь ты ее уже сегодня. Итак, покажу, сколько я заработал вчера. Смотри, на моем счете в 11 тысяч юань пришло пополнение, что составило 126 726 рублей с копейками по внутреннему курсу биржи. Эти деньги я вывел на свою банковскую карту. Ты, да, именно ты, прямо сейчас можешь также. Смотри внимательно дальше. Тебе нужно нажать на вкладку «Товары». Именно эта вкладка доступна для нас. Остальные вкладки только для граждан Китая, которыми ни я и, наверное, ни ты не являемся. Поэтому, видишь, данная вкладка мигает, как бы показывая тебе, призывая к действию, жми. Потом тебя перенаправят на оптовый склад Китая. Как видишь, знание языков ни на первом сайте, ни на втором тебе не понадобится. Китайские разработчики подумали за нас и перевели сайт на русский язык. А теперь смотри внимательно. Твой счет, который ты только что открыл, уже синхронизировался на сайте данного склада. Поэтому просто жми на «Активизироваться». После активации твоего кабинета на данном оптовом складе можешь немного прояснить для себя информацию, как зарабатывать тут деньги. Все доступным языком написано. После чего обрати внимание на мигающую для тебя подсказку, куда нужно нажать, и жми. А я сейчас буду тебе подробно рассказывать, а ты слушай внимательно, смотри, какие действия я выполняю попутно. Ведь это ты делаешь точно так же, чтобы заработать. Представляешь, ведь Китай — это супер-мега-мощная экономика. Товары Китая поставляются во всем мире. В общем, полно везде этого ширпотреба, произведенного в Китае. Ну да ладно. Как видишь, что процесс заработка уже идет полным ходом. Через открытый транзитный счет в юань поступают взаиморасчеты между оптовыми торговцами и покупателями. А тебе в юань за это начисляется небольшой процент от данных сделок. Весь процесс взаиморасчетов автоматизирован для большего удобства и конфиденциальности. Тебе только остается выбирать в порядке очереди категории. Правда ж ничего сложного. Зарабатывать сможет каждый желающий, даже без опыта. Даже твоя бабушка смогла бы. Также обрати внимание, что поступающие тебе суммы с каждой транзакции невелики. Но это только на первый взгляд. Суммы поступают в юань, а если переводить по курсу в рубль, это довольно приличные деньги. Также данные суммы перечислений сразу же начисляются на твой счет на бирже. Юань – это первый сайт, на котором мы открывали счет, и скоро мы к нему вернемся. По окончанию процесса заработка на данном оптовом складе тебе нужно выбрать из двух представленных вариантов на обналичение именно счет. После чего тебя, как и меня сейчас, перенаправят на биржу юань, где ты открыл свой счет в юань. И вот смотри, все денежные транзакции, которые проходили на оптовом складе, зачислялись на мой счет на бирже. Так как он синхронизировался с складом, и сумма моего заработка сегодня составила 9672 юаня с копейками, что в пересчете по внутреннему курсу биржи составило 110 899 рублей 28 копеек. Далее, дорогой друг, тебе нужно будет нажать на «Обналичить счет». Жмем. И верно, нужно будет заполнить данную форму, ведь заполненные данные изменить в дальнейшем будет нельзя. Выбери карту банка, которая у тебя есть. У меня это российская карта. Далее, внимательно, очень внимательно введи свой номер карты, что я сейчас и делаю. А потом, после нажатия на «Создать заявку», у тебя откроется страница, где нужно будет повысить лимит на вывод средств.
Ну, конечно, если ты заработаешь больше 100 тысяч. Я лимит на обналичение повышал ранее, как я и говорил в начале. Это делается буквально нажатием на одну кнопку. Там все будет написано. Я же жму на создать заявку. Ждем обработки заявки, это не занимает много времени. И вуаля, счета обнулились. В истории транзакций видим обналичивание счета и наша сумма. Вот так все просто. Теперь открою для тебя вкладку своего Сбербанка. И вот смотри, поступление мне на карту 110 899 рублей 28 копеек. Деньги пришли моментально. Так что переходи прямо сейчас под этим видео на сайт и зарабатывай. А я с тобой прощаюсь. Это был законопослушный гражданин Илья Кузнецов. До скорых встреч!